Нет. Ваши впечатления? Ну, впечатления пока как бы очень хорошие, так сказать. Ну, понятно, что когда видишь конференцию, ты не видишь студентов, что самое главное, то есть ты видишь как бы других ученых. Но так пока как бы впечатление положительное, ну и как от университета, так и от конференции. Конференция «Наука будущего» ранее принимали участие в Петербурге? Она первая была в Петербурге, и в каком-то смысле мы вот, Петербургский университет проводили, то есть я там в этом не очень был задействован, но как бы, то есть она была такая на домашней площадке, да, участвовал. Какие-то особенности проведения этой конференции здесь, в Казанском университете, можете отметить? Да вы знаете, как бы нет, на самом деле она похожа. Вот особенность, что ее соединили с конференцией молодежной, то есть там называлась «Наука будущего», «Наука будущего», «Наука молодых», и вот сейчас обсуждают, чтобы сделать такой какой-то регулярный форум, скажем, раз в два года или раз в три года, где ученые и молодежь собираются по всем наукам. Это, кстати, было бы интересно довольно-таки уникально, потому что общенаучных конференций в мире нету, то есть бывает конференции иногда по всей физике или там по всей, не знаю, биологии, ну даже не по, но с другой стороны, это сложно сделать, потому что там надо, чтобы физик рассказывал что-то, чтобы биологи поняли, биолог рассказывал что-то, что интересно математикам, и это не так просто. А ваши ожидания от конференции? Не, ну, от конференции обычно ожидание, что как бы узнаешь что-то интересное на докладах, и даже чаще бывает не то, что ты узнаешь что-то интересное, сразу применяешь в работе, а ты узнаешь что-то интересное и узнаешь, что вот там с этими людьми нужно поговорить, может быть, они тебе что-то помогут в твоей работе или что-то вы совместное сделаете. Вот, ну вот пока я сходил на несколько интересных докладов, надеюсь, сегодня еще скажу. Уже успели пообщаться с кем-то из казанских ученых? Да, и мы сегодня собираемся с математиками про там математические проекты, да. Может быть, какие-то научные связи планируется здесь установить совместно? Вы знаете, у меня, в принципе, были связи с казанскими учеными. То есть сейчас наверное, сейчас так даже сложно вспомнить, потому что у меня много раз сотрудничество, конкретно сейчас, сегодня нет. Но мы вот как раз там встречаемся про там, планируемый научно-образовательный центр по математике по стране. Вот один из них планируется пока здесь. Вот будем обсуждать. В Казани, да. Научно-образовательный центр. Да. Интересно, а когда, в каком году планируется? Скорее всего, даже к следующему. Но вот это будет обсуждаться, да. Это будет обособленный центр или на базе университета? На базе университета, да. Казанского. Да.